Ну, здравствуйте. На сегодня, на текущий момент, на территории республики действует 119 пожаров. Из них тушатся 38, локализовано 17, ликвидировано 22, вновь обнаружено 2 пожара. На пожарах работает 3111 человек, техники 496 единиц. Из людей, из других субъектов прибывших, это 1117 человек, 809 это парашютно-десантные службы лесопожарных, 241 человек это службы МЧС и 128 человек Министерства обороны. Применяется активно авиация. Сегодня на территорию республики прибыло, в город Якутск конкретно прибыло самолетов Б-204 единиц. Они будут работать по разным территориям нашей республики. Пожары, которые угрожают населенным пунктам, впервые за долгий срок сегодня отсутствуют. Наиболее большим количеством пожаров является у нас Усть-Майский район. Сегодня по поручению главы нашего региона Арсения Сергеевича Николаева от имени правительства для координации и организации работы в более усиленном режиме вылетает заместитель министра экологии и природопользования и лесных отношений Здоровняев Яков Иванович.